Всем привет. Ранее я делал клюшку, вернее, гитару из клюшки. Вот, то есть вот так она выглядит. Вот, видео есть, то есть она, то есть полностью звучит, но она была безладовая. То есть здесь такую нарезочку сам для себя делал, и, в общем-то, вся вот эта вот штука сделалась за один день. Да, звукосниматель здесь пьезо. Ну, в общем, рабочий инструмент оказался. Это именно три струнные гитары, которые у меня были в наличии. Но было интересно, что можно сделать еще таким же образом. Тем более я давно хотел себе приобрести нашу российскую, скажем так, балалайку. Не скажем так, а наш национальный инструмент балалайка. И, в общем-то, пришла в голову идея, то есть таким же путем пойти и выполнить ее самому. Собственно, гитару я делал с одной клюшки, балалайку я делал уже из двух клюшек, вот так она выглядит. Это две детские клюшки, склеенные между собой. В общем, колки гитарные, вот, которые брал, их было 6 в комплекте, 3 осталось здесь на клюшку. Значит, что дальше? Звукосниматели. Здесь уже две пьезы. Сделал одна здесь, одна вот здесь, в розеточке прикрытая. Вот, ну, решил так поэкспериментировать, чтобы было погромче, может, поярче. Ну, тем не менее, не могу сказать, что стало ярче и лучше, но эксперимент как матон эксперимент. Значит, по опыту клюшки, из которой делал гитару, значит, пьезоэлементы очень сильно фонят, потому что нет заземления, и, собственно, здесь уже пошел путем таким, что нашел металлический, в общем, подручный материал, который валялся дома, через него протянул струны. Здесь же тоже сделал вот такую вот струнку, пустил на клей, приклеенную. Она сильно не мешает при игре, все нормально. Но, тем не менее, когда открыты, вы прижимаете, у вас получается имеется заземление. Вот так, сейчас я покажу, как выглядели две эти клюшки изначально. Вот это вот с них обрезки, да, которые, кстати, опять же, по опыту гитары, которую делал, вот эти обрезки очень хорошо идут на рукоятку на молотка. То есть у меня дома из вот этой клюшки отличный молоток получился, легкий, удобный и прочный. Так, ну что, попробуем ее такой звук. Что еще забыл сказать? А, накладочка. Накладку хотел делать из березы. То есть у меня была береза, из бересты сделал головку грифа. Хотел здесь накладочку березовую. Но береза оказалась плохого качества, поэтому в ход пошла лиственница. Ну, собственно, порожки из подручного материала, там обрезки всякие и прочее. И так далее. У нас звучит. Лады тоже были. В общем, все, она нормально абсолютно звучит. Единственное, говорю, сейчас попробуем на ней поиграть, конечно. Говорю, простят меня балалайшники за то, что если что-то делаю неправильно, потому что я сам не балалайшник, это мой первый опыт знакомства с инструментом. Ну, тем не менее. Ну и, наверное, это традиционные вещи такие, когда пробуем с эффектами. Попробуем сегодня на дилее и попробуем сегодня на дисторшн. Ну, в общем, давайте пробовать, как она звучит. Подключаемся. Включаем комбик. Оп. Ну, что поиграть? Первое, что в голову приходит, балалайка, русские инструменты. Ну и, разумеется, калинка. Сейчас мы попробуем сыграть именно калинку. Опять же, балалайка. Я не знаю, так, не так играю, но... Калинка, узнаваем, значит, сыграно. Пробуем ее теперь с эффектами. Давайте первое это... Добавим немножечко дилея. Опять же, поиграем калинку. С медиатором. Thank you.
Вот так. И давайте дисторшн. Так. Громковато, конечно, но... В общем, вот такая вот получилась балалайка. Вот. В общем, пробуйте, экспериментируйте с разными инструментами. Это интересно, весело. И сидите дома. И не болейте. Всем привет!